где-то среди Америки. Можно видеть работающий экскаватор. Здесь строится отель Hilton, на самом деле, вот сейчас. Но наши апартаменты вот эти, вот, можно прям посмотреть. Женские, мужские. Ну что, зайдем. Посмотрим, какой там ресепшн. Уже первые клиенты пошли. Это Hilton. Обслуживание просто офигительное вообще, на 5 плюсов. Я считаю, что в следующий раз, когда мы будем проезжать эти места, надо обязательно бронировать номера. Но мне кажется, вот отель, его уже построили по времени. А вот это все. Yeah.
по-татарски, блядь. Еврей. Пойдемте, пожалуйста, Краснов. Хабиб Сила. Перми. Юси Луна. Я никогда не умру. Ноги прошел, блядь, сука. А сейчас мистер Панкратио, значит, внезапно заменили документики на лимон. Сейчас посмотрим. Хороший. Ой, это какие парни, вообще. Ну, блядь, хороший. Кислый, жгучий пахнет. Серега, ты два доставил? Еще два там бывает. Два нормально, естественно. Блин, а тут мать, бараны. Просто стадо. Вонючих собак. Да, смотри. Стадо вонючих собак. Серега, вы собаки или? Вонючие собаки, стадо. Собак, бей. На куполах и бей. Там все уже. Ментос. Что, ментов придурок, блядь? Да, в автобус. Почему с нами Десл едет, я не понимаю. Что с нами дед едет? Старый баран. Никонов. Попухси. Смотри, когда новая? Армянская овчарка. Смотри, кавказская овчарка и дворняга стоит. Отряд не заметил потери бойца. Мистер Бонди. Да я лечу домой, да. Прилетели мы в Читу с плюс 17, минус 6. Вот мистер Панкратик уже. А нормально, а мне нравится. Я вот думаю, что быстрее бы уже снег выпал. То есть нормально в снегу покупаться. То есть человек будет в воду. Здравствуйте, ребята. Передаем за проезд. Да, окей. Мы только что для СТС сняли репортажик забавный. Смотрите на СТС Чита. Чувак написал, что передать надо человеку, который отжимается, что он делает это неправильно. Какой из них? У него прогнутая спина. Да, у него прогнутая спина. Да, там была прогнутая спина. Я сразу сказал, что сейчас у тебя прогнутая. Нет, я знаю, пускай стороны не видишь. Да, сейчас выстрел будет. Не будет, я выстрел. У меня нормально все, просто я как бы парюсь, что она вот начнет здесь вот сорвать. Это Броня, ебаный в рот. Это пункт. Что это? Придурок, блядь. Вися!